Баскетбольные и смешные рады приветствовать всех любителей посмеяться над моментами из лучшей игры с мячом. Смех продлевает жизнь, а потому мы всерьез нацелены оздоровить как можно больше людей. Поехали! Вы думали, что баскетбольные кольца отомстили уже всем игрокам Единой Лиги ВТБ? Ошибаетесь. Коди Миллер-Макинтайр из Пармы взлетает высоко, но кольцо отправляет посылку обратно в Пермь. Не в этот раз, Коди! А это уже Дмитрий Узинский, перед которым как-то слишком пусто. В неравной схватке с баскетбольным оборудованием людям приходится капитулировать. Николай Смазур за честность и справедливость. И если кто-то из игроков случайно обронил деньги во время матча, нужно срочно попросить арбитра остановить встречу. Копейка рубль бережет. Прибалтийское дерби между Калевом и ВЭФом проходило под пристальным взглядом нашего старого знакомого. Синхронность в действиях команды – залог успеха. Посмотрите на этих ребят, как же складно у них все получается. А теперь оцените действия Андреса Гражулиса и Артема Яковенко. У правил всегда есть исключения, а потому эта несогласованность не помешала пермякам победить Нижний Новгород. Сергей Красев продолжает свою сногсшибательную серию. Теперь с этих самых ног был сшиблен один из арбитров матча в Краснодаре. РФ, вам повезло, а то могло закончиться так же, как и с оператором в Химках. Кстати, сам оператор Павел Хомяков продолжает стойко держать удары судьбы и не прогибается под этот изменчивый мир и больших баскетболистов. Так держать, Павел! И на этом очередной выпуск «Баскетбольных и смешных» подошел к концу, а мы вернемся сюда ровно через неделю и будем рады видеть ваши улыбки. Ну а сейчас снова о серьезном баскетболе.